Расширение производства. В Белом зале правительства глава региона и представители 6 значимых производственных компаний области подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Новые документы позволят предприятиям увеличивать количество производимой продукции и услуг. Так, в числе организаций, которым будет оказываться помощь правительства области, распределительная сетевая компания «Волги», крупная мебельная фабрика, сеть розничных продуктовых магазинов, пивной и мукомольные комбинаты. Подписание соглашения позволит предпринимателям также расширять свои производства и привлекать дополнительные кадры. По словам представителя одного из предприятий, соглашение окажет положительный эффект на развитие экономики региона. Мы планируем создать мебельный кластер, то есть это размещение нескольких предприятий на единой площадке, который в целом позволит получить единый продукт, то есть получить нашу продукцию. Это льготное налогообложение. Это поддержка в части организации рабочих мест, привлечения рабочей силы, получения квот для привлечения иностранных граждан, которые желают работать на территории нашего предприятия. Ну и также планируем долгосрочно, рука об руку, работать с правительством. Каждый из вас может с полным правом считать себя региональным брендом в своей отрасли. Это итог грамотного руководства, курса на модернизацию, использование передовых технологий, продуманной социальной политики не только в отношении к собственным сотрудникам. Вы участвуете в строительстве дорог, в решении проблем с очередностью в детских садах, благотворительных проектах, народных стройках. Вы откликаетесь на многие инициативы исполнительной власти, направленные на улучшение жизни наших земляков. За это вам искренняя благодарность, пожелание стабильности, процветание вопреки любым негативным тенденциям.